Здесь живет забавный пингвиний народец. Эти пингвины носят название императорских. Они самые крупные из своих родичей, больше метра высотой. В разгар зимы, когда температура воздуха достигает минус 60 градусов, повсюду можно встретить нежные пары. Они соединяются на всю жизнь. Сейчас их забота связана с тем, как сохранить заветное яйцо. Чтобы уберечь его от мороза, родители по очереди носят его, прикрывая особой складкой на животе, как бы в теплом пуховом кармане. Там же потом носят и своих драгоценных птенцов.